Привет, это канал I Like Pet, я Таня. 30 ноября, уже совсем скоро, мы будем праздновать Всемирный день домашних животных. Если вы так же, как и я, задумываетесь над тем, чем порадовать своего любимца, продолжайте смотреть это видео. В этом выпуске мы расскажем вам об идеях для подарка питомцу на этот праздник. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Собаки, кошки, морские свинки, черепахи, попугаи, хомяки, мыши. И это далеко не весь перечень животных, которые могут быть домашними любимцами. Какой бы питомец у вас не был, ему будет приятно, если вы преподнесете ему подарок на Всемирный день домашних животных. Чем можно порадовать своего любимца? Что ему обязательно понравится? Итак, представляем вам 5 идей для подарка питомцу на Всемирный день домашних животных. Первая идея – лакомство. Согласитесь, абсолютно все животные будут рады деликатесу в качестве подарка. Например, собаке можно подарить мясную косточку. Кошка оценит вкусные подушечки с мягкой начинкой. Грызуны с удовольствием полакомятся палочками с фруктами. А попугаи будут благодарны за колоски чумизы. Вы можете приготовить угощение самостоятельно, либо купить его в зоомагазине. Главное, при выборе такого сытного подарка учитывайте вкусовые предпочтения вашего питомца. Вторая идея – игрушка. Вне зависимости от вида, любой питомец любит играть. Просто у каждого игры свои. Кошке можно смастерить новую мышку или купить новую удочку. Собака будет рада новому мячику или фрисби. А мелким домашним животным, которые живут в клетке, понравятся специальные игровые колеса и качели. Третья идея – вещи, которые делают жизнь питомца максимально комфортной. Мягкие лежанки, специальные пледы, отдельные домики, удобные миски, поилки – все это заставляет питомца забыть о дискомфорте в повседневной жизни и получать удовольствие от простых бытовых вещей. Четвертая идея – интересное времяпровождение. Провести время с хозяином для домашнего животного всегда большая радость. Сходите со своей собакой в собачье кафе или на дрессировочную площадку, с кошкой сыграйте в новую игру, выпустите полетать по квартире попугая, а черепаху с грызунами погулять по комнате. Пятая идея – одежда. Если ваш питомец любит быть модным и носить наряды, используйте это его качество для подарка. Подарите вашему животному новый наряд для дома или прогулок, приобретите ему новый ошейник или специальную шляпку. И не забудьте принести питомцу зеркало, пусть полюбуется собой. Какую бы идею для подарка вы не выбрали, будьте уверены в том, что питомец оценит ваше желание его порадовать. Ведь в любом подарке главное внимание и желание дарить любовь. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!